Красноярские священники обучились бороться с огнем. В учебно-методическом центре МЧС для них провели инструктаж и рассказали о правилах пожарной безопасности. В частности, о том, как предотвратить возгорание, быть морально подготовленными в случае чрезвычайной ситуации и, главное, побороть пламя. Также батюшкам провели экскурсию по центру, где показали, как работает дежурная диспетчерская служба, а финальным аккордом занятий стало тушение пожара. Прямо в рясах святые отцы учились управляться с огнетушителем и бороться с огнем. Сами священники говорят, в Красноярской епархии такие занятия раз в 3 года посещают практически все служители для того, чтобы обеспечить для прихожан безопасное нахождение в храмах. Чтобы мы прежде всего знали, как вывести людей из храма и предотвратить. Почему? Потому что на самом деле профилактика – это очень важный этап. Допустим, я у себя в храме перед большими праздниками, Пасха, Рождество, Троица, я всегда объявляю, если что-то случится, как действовать, куда звонить 112, как эвакуационный выход, куда выходить, как пользоваться огнетушителем.